пятишок. Выхильчик. Выхильчик. Два дня сидеть в клетке. Устал. Бачки затекли, лапки затекли. Пробки на границе с Грузией. Виднеется свет в конце туннеля. Гамарчоба, ой-ой-ой-ой, гамарчоба. Выходя прямо из номера, ты видишь, как поспевают гранаты. И в этом она Грузия. Красота. В Тбилиси бывает и такое жилье. Это недалеко от Тбилисского моря, но это большое озеро, либо пруд, который они называют морем. Давайте на него подниматься. Море находится на горе. Давайте посмотрим. Интересно, что-то такое. В общем, большой водоем в Тбилиси называют Тбилисское море. Недалеко находится аэропорт, это море с двух рек, и это как бы посадочное в случае аварийных ситуаций. Я заснял. Так, на этом море ловится несколько видов рыб. Это и соми, караси, сазан и шамайка. Приехали на море, подняли голову и увидели такую красоту. Нет, не фиги. Смотрите, на горе возвышается... Напишите в комментах, что это такое. Сейчас будем подниматься, посмотрим ближе. Берешь за хвостика, переворачиваешь, відкушуешь. Вкусно. Угу. С чем он? С грибами и разными специями. Очень вкусно. Мы ветрянцы, поэтому заказали с грибами, с овощами, с сыром. Долина царей. Здесь история, по сути, Грузии, кто ее правил, христианские мотивы. Два раза. Понравилось? Очень-очень понравилось. И еще больше вам скажу, моя фамилия Лучко. Да? Украинская? Класс. Но вы и похожи. Только что подарили вот такой огромный хлеб. Просто подарили. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо огромное. Люблю вас. И Украину очень люблю. Кормили шарик. Ну, мамка. Мамка? Мамка. И еще вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Фиговое дерево. Их здесь полно. Оля сейчас в процессе. Вот уже есть результат.
мы находимся сейчас в Тбилиси. Если вы планируете много ездить по Тбилиси, рекомендую вам купить карточку на метро. Она стоит 2 лари, и вы можете пополнить ее на сколько угодно. 50 центов стоит один проезд, и вы можете кататься по любому маршруту. Здесь всего 2 линии, это удобно. Кататься на колесе, нужно купить карту. Будем встречать закат на колесе. Сейчас с колесом обозрение тонко, потому что, во-первых, надо выставить очередину. И, конечно же, обзор красивый, но непонятно, почему-то затемненные вот такие вот мутные окна повсюду. Мы на самой вершине, и открывается красивый вид на уже смеркающийся Тбилиси.